Всем привет, вы на канале Просто Play for You. И сегодня у нас Lords Mobile. Я хочу рассказать вам, как правильно тратить энергию. Энергия здесь нужна для убийства монстров на карте королевства. За убийство монстров вы и ваша гильдия будете получать очень хорошие призы и бонусы. Энергию вы будете получать за прохождение разных квестов и ивентов. Она будет попадать к вам в рюкзак. В разделе уникальные она будет у вас копиться. Я рекомендую по максимуму собирать ее. Зачем? Я сейчас объясню. Как видите, у меня уже есть 50 тысяч энергии, 40 тысяч и 120 тысяч. Ну, грубо говоря, у меня уже есть 120 тысяч энергии. На убийство монстра первого уровня мне надо потратить около 2000 энергии. Итого получается, я сейчас могу убить 60 монстров первого уровня. За это я получу бонусы, и все члены моей гильдии также получат бонусы. Ну, точнее, получат 60 подарков, которые они откроют, и с них может выпасть все что угодно. Но, как по мне, это не очень выгодно. Сейчас объясню почему. Надо по максимуму собирать всю энергию и тратить ее на Повелителя Бездны. В Lords Mobile проходит такой ивент, когда появляется Повелитель Бездны, это так называемый монстр. Его убивать очень долго, убивают его все королевство, и с него падают самые ценные и нужные призы. Я специально сохранил для вас эти все отчеты. Как видите, с Повелителя Бездны падает золото, ускорение и звезды. Но золото нужно для исследований, ускорение, я думаю, вы знаете, зачем нужно. А звезды нужны для прохождения лабиринта. Лабиринт — это так называемая лотерея. Если вам повезет, вы сможете выиграть там джекпот, миллионы самоцветов. Ну а также с помощью звезд я прохожу поручение гильдии. Поручение гильдии — классное задание именно на лабиринт. И с помощью этого всего я прохожу поручение гильдии. Я за ивент Повелителя Бездны успел его ударить 15 раз. Потратил около полумиллиона около полумиллиона энергии. Как по мне, это очень-очень выгодный ивент и очень выгодный моб. Сейчас вам все покажу. Здесь у меня упал лям золота, 6, 10, 19 часов ускорений, 1400 звезд. Дальше мне упал лям 100 золота. 6, 8, 9 и 24, 33 часа ускорения и 1000 звезд. Как я и говорил уже, я ударил данного моба 15 раз, и в среднем мне упало где-то по 1,5-2 ляма золота, по где-то 1,5 дня ускорений и по 1500 звезд. Но это средний плюс-минус за 15 раз. Итого получилось, за пол ляма энергии я получил где-то 20-25 дней ускорений, 20-25 миллионов золота и где-то 25, даже где-то, по-моему, 28 тысяч этих звезд я получил для прохождения лабиринта. Как по мне, это того стоило. Поэтому не ленитесь, собирайте энергию, следите за ивентами Lords Mobile, активно участвуйте во всех квестах ивента, получайте бонусы. И все это вам поможет быстро и эффективно развиваться, не забрасывая деньги. А кто еще не в курсе, мы продолжаем наш онлайн проект. Мы постараемся сделать 2,5 тысячи долларов, играя в онлайн игры до конца года. Всем, кому интересно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, принимайте активное участие в жизни канала. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, это видео было полезным для вас. Еще увидимся.